Соблюдать карантинный режим призывают сельчане и власти Павлодарской области. Там еще в одном селе ввели карантин из-за птичьего гриппа. Закрыто село Агашорын Иртышского района. Там, по последним данным, погибло 162 головы гусей, уток и кур. Второй день в Агашорыне работает противоэпизоотический отряд. Через паромную переправу из закрытого на карантин другого села Трофимовка, где уже завершили утилизацию птицы, привезли 6-тонную трупосжигательную печь. На личных подворьях началось изъятие домашних пернатых. Уже утилизировано больше 4500 голов. Работа продолжается. В целом ситуацию с птичьим гриппом в регионе называют стабильной. На карантине в общей сложности 4 села. Новые случаи падежа пока не зарегистрированы. В области продолжается масштабная вакцинация птичьего поголовья. Падеж у нас был в Ахтугайском районе, он прекратился. Там результат мы четвертый раз получили отрицательный. И у нас был падеж 8 птиц в Баянауле. Результат тоже пока отрицательный. Падеж тоже там остановился. Источником заражения стали дикие птицы. Мы проводили отстрел дикой фауны. Трех тушек, в которых был обнаружен птичий грипп,